есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Take me back to see the ocean, bearing sound of waves, devotion. Wash away the what's corrosion that we left behind. I clean me up with wind and water. I'm your son and you my daughter. I won't let this moment slaughter in my burning mind. And when I'm lost inside the walls, I need this moment more and more. So blind, I can't help. Lost inside the walls, I need this moment more and more. So blind, I can't help it. Searching ways for understanding, I would lose my boat stranding. Now I know I was defending castle on the sand. I take me back to see the ocean, shit is draining my emotion. Let me have a healing potion, sipping off your hand. And when I'm lost inside the walls, I need this moment more and more. So blind, I can't help it. Lost inside the walls, I need this moment more and more. So blind, I can't help it. Песня про океан. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Алексей Белов. Доброе утро. Да, здравствуй, Алексей. Долгожданный ты у нас гость. Мы с тобой еще созванивались летом. Вот. Очень напряженная жизнь, да, у тебя гастроли, творческая жизнь. Довольно напряженная, но еще не всегда бывает так, чтобы вот я мог очутиться в Питере. Слава Богу, вот так получилось. У нас был концерт, и я смог приехать. Да, ну мы этому очень рады. Я сегодня с утра пробивался в жутких пробках. Вот, видимо, такое были препятствия. Когда что-нибудь хорошее начинается, сразу вмешивается враг во все это дело. Алексей, ты живешь в Москве, вот сейчас род твоей деятельности, чем ты вот непосредственно сейчас занимаешься? Я занимаюсь тем, чем занимался всю свою жизнь, играю музыку, пишу музыку, студии, аранжировки, гастроли, поездки, вот и... Мне как и самому приходится выступать и работать. Я выступаю с супругой своей, Ольгой Кормухиной. Вот. И последнее время больше пишу для нее. Вот. Нет, ну вот в наших передачах часто появляются семейные дуэты, стали появляться здесь. Надеемся, что и Ольга как-нибудь приедет. Хотелось бы вдвоем вместе. Хорошо. Видите, именно в таком приглашении... Тоже привезите туда, в Москву, от нас, из Питера. Хорошо, обязательно. Вот. И вы спели песню на английском языке. Почему на английском? О чем она поется?
Песни на английском, потому что как бы такой наиболее, наверное, заметный род моей деятельности, он протекал в группе «Парк Горького». Вот, и поскольку я писал весь материал, большую часть материала для группы, и, в частности, вот к этой песне и ко многим другим, и стихи тоже. Вот, поэтому я пою то, что писал, и то, что мне приходится исполнять. Вот. А песня про океан, про такую любовь, которую необходимо выстрадать. Вот. Там, об отношении людей. Там есть такие слова. «Я твой сын, и ты моя дочь». Вот такие. Я не знаю, как мне Господь давал в свое время вот такие удивительные словосочетания. Вот, ну, видимо, душа была христианка, да? Я думаю, что сути. Да. Я думаю, что да, потому что за несколько лет до того, как я церковился, у меня уже какие-то слова, причем именно на английском, ну, поскольку мы жили в Соединенных Штатах долго, и студия наша была там, и весь род деятельности перетекал оттуда. Ну, так получилось. Uh-huh. Волей Божьей мы оказались там, подписав контракт, и жили 12 лет фактически. А барабанщик мой до сих пор там живет, и звукорежиссер. Вот. И вот как Господь давал такие слова необыкновенные. Я удивляюсь им сейчас. У меня сейчас нет таких слов, тем более на английском. Вот, а тогда у меня тоже был такой случай. Была такая группа «Трубный зов». Я что-то слышал, да. Да, они эмигрировали. Они, они, кстати, в Советском Союзе пели о Христе. Вот. Все, да-да. Да, и потом они пешком пробирались, финскую границу пересекли. Ага. Их поймали, посадили за религиозные здесь у нас, в Советском Союзе. И потом они эмигрировали в Америку. Вот. И когда была перестройка, они сюда приезжали... И они, значит, были на моем концерте, я в рок-клубе был в то время, и они мне сказали: «Анатолий, значит, музыка у тебя, ну, сама по сути религиозная, вот, ага. Это как, такой поиск, как бы, поиск Бога, да, она да, направлена». Да, да, да. И приглашали, там, они в Нью-Йорке жили в то время уже, вот. Ну, там-то... Это у нас это было как глоток воздуха. Да, да, да. А там это, может быть, и все особо и не нужно. Вот, в этой культуре. Тоже хотелось бы мне тоже задать вопрос на теперешний момент. Как ты оцениваешь вот это состояние вот заграничное в области духа? Вот как там жилось? Как вы пробивались там? Ну, мы не пробивались. Дело в том, что получилось так, что мы здесь еще в России как бы собрали такой коллектив. Но все началось с того, что я с барабанщиком, с Сашей Львовым, мы начали экспериментировать в парке Горького, в студии, которую построил наш приятель. Вот. И мы начали делать записи, и в соседней комнате экспериментировал Коля Носков. Ну, поскольку у нас с ним до этого был проект «Группа Москва» с Давидом Федоровичем Тухмановым, то мы, естественно, друг друга знали, давно работали, но потом судьба нас разлучила, нас запретили. Нас Министерство культуры запретило в свое время. Не знаю почему. Вот. И он услышал наши эксперименты и присоединился к нам. Вот. И уже ближе к концу записи мы писали все на английском языке. Ближе к концу записи присоединился Маршал. Вот, он фактически спел подпевки с нами всякие. Вот. И когда группа уже стала готовиться к концертам, к нам присоединился Александр Яненков. Ян его зовут. Вот он вчера был со мной здесь, в Питере, на концерте. Вот. И вот это демо, которое мы записали, оно попало за границу. Попало к разным людям, в том числе к будущему нашему менеджеру, который дал послушать эту кассету Бон Джови, и ему очень понравилось. У нас было там несколько композиций в духе Питера Гебриэла, так, вот, а гитарист, который сотрудник, так сказать, Джона Бон Джови, у него Питер Гебриэл был диким кумиром. Он даже, когда стал записывать сольный альбом, он всех его музыкантов пригласил к себе. Вот. И первый раз мы выехали в 88 году на месяц для, так сказать, знакомства
со всеми, с кем нужно было знакомиться там, и меня таскали, это было вот как раз время перестройки, меня таскали, я единственный, кто знал хорошо английский, меня таскали по всем новостным программам, задавали всякие глупые вопросы там, ну вот. И потом, после этого, мы уехали домой через месяц, вернее, я в то время уже у меня был подан, я давно уже подавал документы на выезд. Я думал, что советская власть просто никогда не закончится, поэтому и музыку нам не дадут играть. И вдруг тут эта перестройка, но уже документы были поданы. Поэтому я уже жил, так сказать, за границей. Но, тем не менее, я приехал в Москву с ребятами, и через какое-то время приехал президент Polygram Records, опять с тем же Bon Jovi. Смотрели они стадион для большого фестиваля 89-го года. Вот. И этот президент Polygram услышал нас живьем. Вот так, в такой комнате примерно mm-hmm. так все стояло. Mm-hmm. Вот. И мы подписали контракт. Было много всяких контрактов подписано. И поехали записывать альбом туда. Записали альбом, сняли видео в Лос-Анджелесе. Вот. И вот это видео, оно... Его показывали раз по 15, по 20 в день. Мы сейчас понимаем, что это вообще вещь невероятная. Просто невероятная. Вот. Но... Тогда мы как так радовались раз, два, три, а потом перестали замечать это. Опять там кто-нибудь зовет, о, нас опять показывают по MTV в Америке. Вот. Uh-huh. А, там каждые 40 минут показывают, ну, уже показывают. Ну, а чего? Уже вчера, сегодня, там uh-huh. И другие дни показывали, ну, ничего особенного. А сейчас я понимаю, конечно, это было удивительно. Вот. И что интересно... Вот все это произошло, потому что у нас, мы когда, после того, как сделали вот эту запись, она ушла за границу, ну вот, и мы начали небольшие гастроли по России, по Советскому Союзу тогда, вот, у нас все-таки какие-то были преткновения, вот, и не было хорошего менеджмента, ничего, и мы тогда, кто-то из ребят предложил, говорит, а пойдемте в храм все вместе, и вот мы все пятером, я, Носков, Маршал, Яна и Львов, пошли в Елоховский собор в Москве. Ничего вообще не знали, что там такое. Мы люди были неуцерковленные. Но каждый как-то от сердца помолился. И вот через месяц с лишним мы были уже первый раз в Америке. А когда мы записали альбом, наступила Пасха. Вот. И мы попросили нашего роуд-менеджера, чтобы он отвез нас в Нью-Джерси в храм. И он отвез нас в храм. Вот такие храмы, их много можно видеть на Псковщине. Такие белые. Вот такой же храм там стоял. И мы уже все в кожике, с такими с выбеленными волосами пришли туда. Но все равно... Каждый помолился там, и вот это MTV начало прям показывать. А потом мы надолго про Бога забыли, и начался рок-н-ролл, то, что называется. Такой смерч житейский. Период вот. Жизни, да. Да, а что касается сейчас, конечно, вы знаете, мне Америка помогла открыть Россию, это очень важно. И мы когда стали приезжать сюда, первый раз приехали через 5 лет, не потому что мы хотели там, а потому что получилось. Мы думали, что мы будем жить в России и все-таки ездить на гастроли, а получилось через 5 лет только приехали. Вот, и потом еще через год, еще через год, потом чаще. Вот, и я открыл для себя Россию тогда. Угу. Вот. Что я могу сказать, что прекрасные люди, хорошие, живут везде. Я думаю, что можно даже в племени каннибалов в Африке, или где они там еще живут, в океане, можно встретить хорошего человека, я уверен. Я уверен, будет человек, который будет искренне сожалеть о том, что его сродники едят людей. Вот. И вот я верю, что такие люди есть. Вот. И поэтому везде встречали прекрасных людей. Но общество — это не совсем люди. Вот, общество складывается из политики, каких-то тайных желаний и течений. Вот, и поэтому, конечно, общество там совсем другое. Вот, и, например, недавно в школах Соединенных Штатов, в частности, в Южном штате, рядом с Луизианой, вылетело из головы. Вот. Там разрешили проповедь сатанистов.
То есть не просто разрешили, а как бы у детей будет учебник «Основы сатанизма». Вот. И я видел этот учебник своими глазами. Ну, в интернете, конечно. Вот. Он завуалирован под такую как бы детскую игру, что ли. Mm-hmm. Вот. Все так мило, такой чертик там и все такое прочее. Вот. Но это же все реально. Это не игра. Вот, и отвечать, на самом деле, кому-то придется по-настоящему за все это. Вот, поэтому в свое время еще Рональд Рейган ввел сатанизм как одну из государственных религий, разрешенную. Вот. И капелланам этой церкви разрешили служить в армии наравне с капелланами протестантов, католиков и прочих там всяких. Вот. Он сказал, у нас 3 миллиона прихожан этой церкви, это избиратели. Вот. И мы не можем игнорировать их права, поэтому вот, пусть они будут равноправны со всеми. Вот да. Это общество. Это общество. Это общество, да. Это не люди, это общество. Вот я недавно видел, я лазил у себя в Фейсбуке, и кто-то попросился ко мне в друзья в Фейсбуке, и я зашел, и вдруг увидел такой, как бы, заголовок, 15 фотографий, которые вернули меня к жизни, вот. И я увидел фотографию полицейского в Америке, вот, который не знал, что его снимают, вот. Он подошел, увидел, там сидел бездомный, по-моему, негр, вот, босой, и было холодно, вот, и он выяснил, спросил у него, какой у него размер, зашел в магазин, купил носки теплые, теплую обувь и отдал ему, но он не знал, что его снимают. Понимаете, это ведь глубоко христианский поступок, вот, вот там где-то, да. Где нет, ну, такого мощного православия, православная церковь есть там, конечно, и вот, но... Я думаю, такие люди довольно далеки. Мне Юра Шевчук рассказывал такую историю в Афгане. Наши ребята сидели в яме. На них мочились и что там угодно, там выливали помои. И они там, есть было нечего. Они там гнили заживо. И вот один американец приехал, и он выкупил 10 человек за фотоаппарат. 10 наших ребят, солдат. Купил им билеты, документы организовал и отправил их в Америку. За фотоаппарат. Из этой вот жуткой ямы. А получилось так, что наше вот государство, оно, ну, забыло о них. Вот так вот, да. И вот. Он их встречал как раз в Нью-Йорке, вот где-то вот он встречался с ними, и они, ну, они там и остались жить. Я вот видел интервью корреспондентов, ребят, не помню, из какого канала, которые попали сейчас уже в плен на Украине. Вот. Они рассказывали, что, допустим, днем, когда их водили на допрос, там были одни люди, вот, которые очень жестоко с ними обращались, били там по почкам и прочее. Вот. И их тоже в яму сажали, на ночь их сажали в яму. И вдруг ночью, говорит, кто-то пришел, из военных тоже там, и сбросил куртку туда, потому что было очень холодно, и они могли отморозить себе. Вот, понимаете, вот как, сказать, в одной среде совершенно разные люди, разные поступки. Ой, спаси Господи. Алексей, ну, продолжим нашу музыкальную передачу. Мы как-то, да. Ну, у нас передача как идет, так и идет. Да-да. Ну, можно сказать, о наболевшем. Я хочу с тобой тоже поделиться песней. Ну, наш диалог будет, да-да, я так понимаю. Хорошо. Просто хочется тебе питерскую песню подарить. Хорошо. Давай. Она на русском языке? Давайте, давайте. Это странная пустыня, ожидание дождя и желания простые улыбаться, уходя. Жить легко и зла не помнить, и любить того, кто есть в этом омуте из комнат, в этом городе чудес. Мне
бы увидеть глаза, мне бы себя в них понять, мне бы увидеть глаза, мне бы себя в них понять. Это таинство событий нам разгадывать дано. А дорога только к дому, и звезда в ночи одна. Можешь думать по-другому, но над городом видна радуга после дождя. Радуга после дождя. Радуга после дождя. Радуга после дождя. Красиво очень. Ну, это спасибо. Возвращение домой такое. По ассоциациям нашего разговора. Угу. Вот. Хотелось бы тоже побольше послушать, что ты поешь, о чем поешь. Есть ли русскоязычные песни в твоем репертуаре? Я готовлю альбом. Он у меня, в принципе, давно есть, как бы, написанный. Я просто в свое время думал, что это будет русскоязычный альбом группы «Парк Горького». Вот, но поскольку группа собирается раз, а может быть два раза в год в большом составе, вот, то это, конечно, тяжело и нереально. Вот, я поэтому решил, что, наверное, скоро я буду писать свой альбом. Вчера, кстати, была премьера клипа моего, который называется «Черная ночь». Это песня на стихи... Николая Рубцова. Вот. Единственное, что я ее записал и долго к ней не возвращался, поэтому я даже сейчас не буду вспоминать, как ее петь. Вот. Но давно были отсняты фрагменты клипа. И недавно просто появился талантливый я не знаю, как сказать, режиссер, что ли, который смог это все хорошо смонтировать. Вот вчера была премьера этого клипа, он где-то уже гуляет по интернету. И вот я думаю, что это будет начало, наверное, моего русскоязычного альбома. Потому что материал у меня есть, хватит даже, наверное, полтора. Но сначала я хочу закончить альбом, который мы начали писать с Ольгой, моей супругой. Уже больше половины альбома сделано. Вот. И... Это секрет, да, о чем альбом, о чем? Вы знаете, главная тема. Мы 2 года назад выпустили ее, как бы первый альбом после вот того, как она вернулась на сцену. Вот, и там, вы знаете, нам очень близки темы, когда в стихах, может быть, человек не произносит слово «Бог», но Бог живет в них, вот как у Пушкина у него. Вот, у нас есть даже песня, Ольга поет на стихи Пушкина, которая написала «Что в имени тебе моем». Вот, там в каждом слове живет Бог. Вот. И мне очень не нравится, когда вот люди начинают полоскать имя Божие. Как это называется, христианский рок, евангелист и прочее там. Кто-то умеет это делать довольно талантливо. Вот. Но один раз, кстати говоря, мы жили с Ольгой здесь, в Александро-Невской лавре, в гостинице «Облака и таксы против наркотиков». И нас пригласили туда.
И мне нужно было срочно ехать в Москву, и не было поезда. Было поздно, что ли, я не помню. И меня отправили на машине вместе с евангелистами, такие сектанты. Вот. И мы пока ехали, значит, беседовали на разные темы. Вот. Я им рассказал про старца отца Николая. Вот. На что мне их главный человек, кто долго-долго молчал, он сказал: «Вы знаете, Алексей, я много удивительного открыл вот для себя в ваших словах. Но и вы должны понять одно. Вот тот человек, про которого вы рассказывали, вот этот старец, отец Николай, вы знаете, мы ведь все такие». Я говорю: «Пардон». И: «Да-да, мы все такие, вам надо только поверить». Я говорю: «Вы знаете, вот мы проезжали какой-то дом большой, а вы можете сейчас сказать этому дому: двинься, чтобы он двинулся?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «А он мог». Вот. Но ради, так сказать, ради внешних факторов не стал бы этого делать. Но он делал большее, чем двигать какой-то дом. Он двигал судьбы, жизни людей своей молитвой. Вот. И они мне поставили запись. Вот это называется, я бы даже сказал, не христианский рок. Это откуда-то на Волге какая-то, какой-то коллектив. Вы знаете, что это мне напомнило? Это были христианские частушки. А-та-та-ра-та-та-та-та-та-та, Иисус Христос. И я сказал: «Вы выключите, пожалуйста». Я говорю: «Понимаю, но все-таки после концерта очень устал, тяжело это слушать». Вот. И вот это тихий ужас уже, конечно. Да. Вот. И вот, конечно, хотелось бы стремиться к тому творчеству, где Бог живет в словах. Да. Вот. Не призывая его имя в суе, то, что называется. Вот у Владимира Семеновича Высоцкого такие стихи потрясающие. Там очень много этого. Да. Глубина есть. Глубина, да. Вот об этом тоже хотелось бы поговорить. О том, что сейчас происходит на эстраде, на нашей. Потому что это ужасно. А я, честно признаться, и согласился на эту передачу, и, можно сказать, инициировал даже ее. Именно ради того, чтобы дать возможность показать наши таланты. Потому что их нигде не показывают. Очень много людей под спудом находятся. Творят, им не дают никакого... Все забито, все. Все дороги, все пути. Сразу упираешься каких-то есть один путь продюсеров, сейчас. Каких-то менеджеров упираются, и дороги нет. Сейчас есть один путь пока. Это вот интернет. И очень много... Есть мест, где можно показать свою музыку. А живое общение, вот, да. Живое общение, конечно, да. Вот мир нами сейчас живое же общение. Да, где конечно. Двое или трое во имя мое. Да. Но тогда я советую, если у кого есть что сказать, то писать просто хотя бы монологи. Вот, и выкладывать это в интернет. Людям это очень нужно, и люди ищут это и слушают. Вот. И если есть хорошая музыка, то, пожалуйста, записывайте ее и выкладывайте в интернет. Вот. Потому что сейчас, конечно, с точки зрения музыкальной жизни, время, оно неблагодатное. Помощи никакой ниоткуда нет. Вот. Ну, и слава Богу, хоть не запрещают. Спаси Господи. Дорогие братья и сестры, на этом первая часть нашей встречи с Алексеем Беловым подошла к концу. Боже всем благословения. До новых встреч.